Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardrasat Info. Перед нами TCL 25G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как включить или выключить водяной знак на данном телефоне. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в камеру. И в камере в левом верхнем углу нажимаем на шестеренку. Дальше пролистываем самый-самый-самый низ и видим пункт «Водяной знак», где мы можем убрать галочку или поставить ее. Я, конечно же, отключаю водяной знак. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!